Тут бегают малыши. Вот. А что думаете? Потому что вот что мама им купила, даже на столе не уместилось. Разных вкусняшек накупилось. Печенка и дольки. Сейчас всем дам. И шоколад такой, и такой специальный собак. И сыр из козьего молока. И даже вот, смотрите, есть дрожжи из козьего молока и селена. Ну, в общем, много всего-всего для кота. Коробка. Вот еще раз мы сделаем, прокапаемся от блох, чтобы не было. Попугаем, естественно. Вот у нас, получается, и стола не хватило. Вот это все для моих малышей. Потому что я их очень сильно люблю. Вот мы сейчас будем думать, что мы будем кушать. Здесь и ребра оленя. Ну, в общем, все, много всего. Вот если пройтись, вот они уже просят, вот так вот пройтись. В общем, вот такая целая большая коробка пришла с магазина Миркорм. И титбит здесь, и родные корма. Я разных им набрала всего, чтобы попробовали. Но это надолго хватит, конечно же, не за один раз. Но вот мои малыши все сейчас вот будут меня дергать и просить, чтобы я им что дала. Вот, 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 видите? Ну-ка еще покажи, как ты хочешь. Вот так, да, вот так. Мама, дай. Вот, все.